Наконец-то я скачал эту игру. Всем привет, ребята. С вами Кирилл. И сегодня мы будем играть в Grand Mobile. Это тот мир, это почти как GTA. Это в 5 раз лучше. 100 тысяч раз лучше. Нужно быть кем хочешь. Давайте я вам все покажу. Напишите Grand the best. Так. У меня будет ник Керик 2013. Имя уже пользуется другим игроком. Не понимаю я. Минуточку. Не осуждай меня по нику. У меня там это... У меня там просто гаджеты какие-то. Да ёшкин кот. Так. Завершить. Погнали, ребят. Погнали. Там это, не смотрите, то, что у меня там было. Давайте играть. Сервер. Ага. Первый. Новый персонаж. Так. Имя персонажа. Так. Давайте напишем. Кирилл. Ага. Давай так напишем. МакАлистер. Есть такой фильм, это «Там один дома». Так. Я очень медленно печатаю, извиняюсь. Так. Вокзал. Погнали. Так. Ждем, пока загрузимся. Надеюсь, тут все нормально будет. А то я еле-еле там все файлы скачал. Ну, это просто очень много там игр, которые мы играем. Там, там симулятор бога вот этот. Немного своих игр. Two hours later. Ребята, а напишите вообще, вы там хотите, чтобы я там провел стрим свой на канале? Там, когда мне стукнет вот столько подписчиков? 70%, 72%. Не, ну я стримы никогда не проводил. Я никогда в своей жизни не донил в играх. Мне что-то стрёмно очень. Grand Mobile или Grand Mobile? Grand Mobile. Да, Grand Mobile, кажется. 95.
Давай, 96. Так. Загрузка. Когда мы уже играть будем, мне это интересно очень. Я, если честно, вот GTA никогда не играл. Майнкрафт я играл где-то пару раз. Не, Brawl Stars у меня, конечно, есть. У всех почти есть. Выбрать. Хоу! Я родился. Нет, реально, у меня такие часы, как будто я родился. Выходить. Меню игрока. Так, обучение. Куба, бро. Выход. Так, принять. Мы на обучении, ребят. О, я хочу на тачке покататься, если честно. Вау, я тут стою. Он на меня хочет. Ты что на меня, чел? А ну иди сюда. Ай! Он на меня. Все, он на меня. Алло, ты не попутал? Ай! Вау! Так. Ничего не понял. Так. Гранд шаурма. Шаурма личная, класс. Купи. Блин, бро, все. Достаньте вы. Инвентарь где? Я не понимаю, как тут управлять. Автовокзал. У нас вот такая карта. Пойдемте туда. У меня уже вот такие вот планы есть. Не, ну,
давайте начнем. Здесь нормально вот так бегать могу я. Оба-на, и мы вот так влезаем. Ну, на крышу уже, ребят. О, май гад. Нифига себе, он погнал. Здесь мы прыгать можем. Ребята, вы тоже это видите? О, мы драться можем. Гибой. Так, это тут. А, блин, она сдохла. А ну, чел, а ну, вылез. Давай. Давай, братан. А ну, иди сюда. На паузе. На тебе. Ой-ой-ой, это прикол, это прикол. Гелик, там гелик, там гелик. А, блин, не гелик, я точки не различаю. Это реально гелик? Это реально гелик. Он сломанный. Это ламба? Или Тесла? У вас лица чё-чё-чё туда? Так. С кем-нибудь подраться. Тут есть хоть кто живой? Алло. Так, тут я вижу игрока. Это тот за... А, нет, не тот. Здорово, братаны. Офицер. Полиция. Да, я к вам обращаюсь. Вам пофигу? Ему пофигу. Полиция. Нормальная тачка, можно сесть. У вас отсутствует лицензийное управление. Мне что, связали? Мне связали! Чего не понял? Мне связали, меня посадят. Ой, бро, меня посадят. Меня поймали, это капец. И у меня все лагает. Класс там. Так. Семья, что тут? Батл. Передать, использовать. Ку-ку-ку. Не понимаю, что тут надо делать. Меня поймали. Ну и что теперь?
Планы поменялись. Мы пришли в другую игру, в Roblox. Тут мы будем прыгать. Сначала до конца, брат. Сначала до конца. Эй, а я? Они все тут на мне. Чего? Хо-хо-хо, бро. Это чистый скам, бро. Оба-на. Надо тут, короче, помогать друг другу. Я дружбану, давайте. Как-то, бро-то. Вот, ребята, предлагаю заканчивать на этом ролик. Могу сказать, боговая очень игра. Очень боговая. Неудобно играть. Короче, фигня какая-то. Ну, а с вами был я, Кедрик ТВ. Пишите в комментариях, продолжить мне эту игру играть или нет. Мне, наверное, придется все баги устанавливать, пока меня не забанили. Всем удачи, всем пока-пока.